Привет, вы на канале Life Vlog Valer, и это плейлист «Пивной обзор». Здесь я дегустирую пиво и ищу самое вкусное. Сегодня мы будем дегустировать пиво Hugh Garden. Hugh Garden – бельгийское пшеничное пиво, так называемое белое пиво, производимое компанией InBev. Готовят его из непорощенной пшеницы, ячменного солода и несоложенного овса. Ну вот, я тут подготовил немного материала, поскольку у меня канал не профессиональный, и я эти тексты не заучиваю. Я вам просто зачитаю немного информации по пиву Hugh Garden, которую я нашел в интернете. Многие люди до сих пор морщатся, услышав словосочетание «несоложенка» в составе пива. Главной виной тому широко распространенный Рейнхитцгебот, закон о пиве времен средневековой Баварии. Этот закон объяснял, что пиво должно состоять только из солода, хмеля и воды. И благодаря нему немцы варят вкусное пиво. Вот, то есть, соответственно, получается, что Hugh Garden, по сути, не пиво, да? Получается, что если в составе пива находится овес, то, в принципе, это уже как бы и не пиво. Но на самом деле это, наверное, так и есть, потому что тут в Hugh Garden, и тут еще в составе, также в состав входит цедра апельсина и кориандр. Напиток не фильтруют, поэтому он получается мутным. Ну, не фильтрованное пиво, но тут еще куча добавок, помимо которых используется, не используется, в принципе, в классическом рецепте пива. Это даже, можно сказать, уже не пиво, а какой-то пивной коктейль. Пиво рекомендуется подавать в специальных 6-гранных бокалах, охлажденных до минус 2-3 градуса Цельсия. В Бельгии пиво подается с ломтиком лимона и специальным пестиком для выжимания сока лимона. От дно бокала. Получается, мы будем сегодня дегустировать пиво, точнее не мы, а я буду дегустировать пиво Hugh Garden в таком бокале. У меня нет граненого стакана, и я не буду его охлаждать, потому что сейчас, в принципе, уже не лето, и довольно прохладно, и пиво холодное, я не вижу в этом смысл. Я понимаю, если сильно жарко на улице, да, я часто ставлю бокал в морозилку, чтобы прийти и сразу в такой именно замороженный бокал налить пиво. Это очень круто на самом деле. Но поскольку сейчас уже конец октября, и у меня даже в квартире я еще не включал никакого отопления, у меня довольно-таки там, ну, как прохладно, можно сказать, мне не холодно, но нормально, то есть я не вижу смысла так охлаждаться. Еще немного истории. Сорт пива произошел из деревни Hugh Garden во Фландрии. Согласно деревенским архивам, пшеничное пиво в тех местах варилось с 1318 года. И особую популярность приобрело после основания в Hugh Garden двух монастырей в 15 веке, 1445 год. Во время Второй мировой войны пивоварение Бельгии пострадало от немецких грабежей, и последняя пивоварня в деревне закрылась в 1957 году. Ага, ну, видно, она там закрылась, а где-то в другом месте открылась. Но название как бы Hugh Garden так и осталось. Ну, Hugh Garden. Тут просто у меня, я не искал инфу, ну, нет у меня информации, что произошло дальше. Вот, на 2019 год в Бельгии производится 6 сортов пива и пивных коктейлей под маркой Hugh Garden. У нас сегодня на обзоре будет 3 сорта Hugh Garden. Это Hugh Garden White, светлая, нефильтрованная, Hugh Garden Agrum, белая, и Hugh Garden Citrus, ну, тоже белая, как я понимаю. Хорошо. Начну я с Hugh Garden белого. Вот можете посмотреть на дизайн бутылки. Очень-очень такой, ну, красивый дизайн на самом деле. Мне нравится маленькая бутылочка 0.33. Ну, как бы выглядит довольно, ну, аппетитно, можно сказать, довольно, ну, дорого. Не чувствуется такого, знаете, дешевого какого-то оттенка, что ли. Так, наша дежурная вилочка. Я, как обычно, не могу найти открывашку. Ну, запах нормальный, приятный.
То есть пахнет пивом. Я думаю, честно говоря, будет пахнуть каким-то лимоном или какими-то специями, да. Пахнет реально пшеничным вроде пивом. Но запах хороший. Вот такая пеночка у нас. Пробуем. Значит, смотрите, пиво легкое, ну, такое легенькое, с легкой горчинкой. Не могу сказать, что оно прям такое, ну, прям совсем легкое. В нем как бы присутствует свой специфический вкус. Я не могу сказать, что мне этот вкус мне сильно понравился, потому что я люблю нефильтрованное пиво более с таким вкусом, оттенком, уходящим в какую-то лимонную кислоту. Хотя здесь в составе, кстати, я состав вам не прочитал, здесь в составе пишется, что используется подкислитель лимонная кислота. По поводу состава, давайте посмотрим. Вот что они сделали, кстати, неправильно. Они взяли вот эту наклейку с прозрачным текстом, они ее взяли и приклеили на белую этикетку. Соответственно, белый текст на белой этикетке сливается, его читать просто невозможно. И как бы, ну, можно поломать глаза. Если я хочу, допустим, прочитать состав, я должен, ну, так напрячься неплохо, на самом деле. Но я, на самом деле, ну, я и не вижу, понимаете, что здесь в составе. Объем в мисс спирту, кстати, 4,9. Оборота. Я считаю, что это... Значит, хмель. Я читаю только тот отрывок, который у меня на бутылке. Потому что на этикетке я не вижу. Я сейчас... Знаете, что я сделаю? Я сейчас отклею ее точно. И приклею. Ну, тут все равно надо. Тут она оторвалась вместе с этой вот штукой. Непонятной. Хмель, специи, кориандр. Натурально апельсинная цедра. Апельсиновая цедра, короче, там лимонная кислота, ну и все такое. Кориандр, апельсиновая цедра и лимонная кислота. Ну, в принципе, нет, пиво вообще нормально. Нормально, но я могу сказать сразу, оно больше, наверное, женское, это пиво. Для, ну, больше подходит для девушек. Легенькое такое пивко. Продолжаем наш обзор. Следующее у нас пиво на очереди, это пиво Агрум. Агрум. Бутылка 0, получается 250 миллилитров, маленькая бутылочка очень. По составу здесь, ну, здесь хоть видно, что здесь написано, в мисс спирту 2.0, это очень легкое пиво, это даже, наверное, скорее всего, даже не пиво, это скорее можно назвать, знаете, как пивной коктейль. Но здесь написано Агрум, Хьюгарден Агрум, пастеризовано без ГМО. Не написано, что это пиво, просто написано пастеризованное, без ГМО. Объем 0,25, склад, вода, пшеничный, солод, специи, цукор, кориандр, сок и апельсину, грейпфрукта, мандарина, лимона, лайму. А, синий кориандр, я уже, наверное, почитал. Ну, плохо видно мне. Мне очень плохо видно, я не буду ломать себе глаза. В общем, в целом, тут просто, ну, это как бы фруктовое пиво, и тут намешали всяких концентрированных соков. Ну, я знаю, что вот в Европе, да, много пьют эти пивные коктейли. Там пиво могут мешать с колой, да, там пиво с пепси-колой, пиво со спрайтом. Это пиво с соком. Ну, посмотрим. Они пишут, что они так позиционируют себя, что якобы они нашли идеальное сочетание вкусов и пропорций этих всех ингредиентов. Такой вот слегка цитрусовый цвет, можно сказать, с легким оттенком розового цвета, как грейпфрут такой, знаете, вот грейпфрутовый цвет, можно так сказать. А, и пахнет грейпфрутом, кстати. Больше не апельсином, а именно четко, ярко выраженный запах грейпфрута. Больше всего здесь чувствуется запах грейпфрута. Ну, мне нравится, я очень люблю грейпфруты. И вкус грейпфрута, и в сочетании с пивом оно очень-очень классно освежает. Вообще очень хороший вкус. У нас есть тут недалеко, возле дома у меня разливное пиво. Там есть такие штуки, называются грейпфрутовый эль и дыневый эль. Эль из дыни, вот, как-то так. Короче, дело не в этом. Дело в том, что я вот брал как-то грейпфрутовый эль, пробовал. С дыни, кстати, ни разу еще не брал, но буду взять попробовать. Вот тоже такой грейпфрутовый эль. Я скажу так, это грейпфрутовый эль.
Он очень вкусный. Я, честно говоря, вот не помню по сравнению с тем элем, грейпфрутом, которым я пил. Но этот мне очень понравился. Но, опять же скажу, это скорее женский напиток для девушек. Вот девушки, которые хотят выпить пиво, но для них пиво это как бы, как, может, как-то жестко или что-то еще. Это вот самое оно. Очень вкусно. Рекомендую. Продолжаем наш обзор. И следующий у нас на очереди это Hugh Garden Citrus. Тоже маленькая бутылочка, 0,25 мл. 250 мл. Давайте посмотрим по алкоголю, тоже 2,0 оборота. Я не буду читать состав. Ну, там, в принципе, я думаю, что то же самое, только больше лимона. Ладно, сейчас попробую. Мне очень-очень плохо видно. Цукор, насение, кориандр опять, натуральная апельсиновая цедра, концентрированный сок лимона, лайма, натуральный ароматизатор, яблочный экстракт, что ли. Яблочный экстракт, в общем, ну, тут тоже всяких фруктовых штук намешано. Давайте будем пробовать. Пока наливается пиво, хочу сказать пару слов. Я обращаю внимание ваше, что у меня не профессиональный канал, и у меня здесь бегает ребенок, и иногда вы можете слышать, как ребенок кричит или что-то еще делает. Это как бы, ну, нормально. В таких условиях я веду свою съемку. Вот. Ну что, понюхаем. Ну, пахнет лаймом, вот, пахнет лаймом, не лимоном, а именно лаймом. Такой вот запах зеленого лимона. Ну, запах хороший, мне нравится. Пробуем. Хороший лимонный насыщенный вкус. С легким послевкусием вот этого пшеницы, да, пшеничного пива. Это сочетание, да, действительно хорошее. Это вкусный напиток. А опять же, это больше напитки женские. То есть, если вы хотите, ну, попить пивка, да, именно как вот по-мужскому, это вам не подойдет. Даже тот Hugh Garden белый, он тоже не подойдет. Оно такое легкое, воздушное, оно такое все, как бы вот аж, я чувствую, что это вот чисто для девушек, да, такое оно. Не для таких, знаете, брутальных мужиков, которые такие, о, давай пиво, типа, бахнем. Вот, в целом, но в целом мне понравилось все, это очень вкусные напитки, они как бы... Эти вообще слабоалкогольные 2,0%, да, процента, ну, это пивной коктейль. А Hugh Garden белое, нефильтрованное, оно как бы почти 5, да, 4,9 оборота спирта, ну, довольно даже крепкое пиво. И можно и убиться, на самом деле, если выпить много. Но оно, там, не знаю, оно по ценовой политике как бы дороговатое, что ли. Ну, в смысле, для кого, я же опять же говорю, для кого какой бюджет. И... Если сравнивать, допустим, даже там с Черниговским, с Янтарем, да, оно как бы, ну, нормально дороже. Там 0,33 стоит как 2 бутылки там, Черниговского, к примеру, да. То есть, ну, 0,33, понимаете. Пиво хорошее. Если хотите просто кайфануть, да, выпить маленькую, ну, маленькую бутылочку пивка вкусного, Hugh Garden, в принципе, вам подойдет. Напоследок хочу сказать, какое пиво мне понравилось больше, какое меньше. На первое место я хочу поставить Hugh Garden Agrum. Поскольку я очень люблю грейпфрут и грейпфрутовый вкус, и мне показалось, что это сочетание пива с грейпфрутом, оно очень вкусное. Второе место занимает у меня Hugh Garden белое, потому что оно как бы пиво, да, оно пиво, а не пивной напиток, пивной эль, или я не знаю, как еще правильно назвать. И на третьем месте это Hugh Garden Citrus. Но я не могу сказать, что если оно на третьем месте, то оно плохое. Оно тоже хорошее, просто если мы будем выбирать из этих трех сортов пива, то я бы оставил именно их в такой последовательности. А на этом у меня все. Пока!